Ах, черт. Эй, хватит уже бить по пальцам. Простите, мистер Охара. У нас все готово. Скажите остальным, пусть идут домой. Ясно. Удачи вам, сэр. Гектор, это весь керосин, что остался? Весь. Остальное разлили, как вы сказали. Подпалим им задницы. Смотрите, кто пожаловал. А, подкрепление подоспели. Рад, что вы двое попали на наше барбекю. Это что еще за пугало, амиго? Меня зовут Макой, амиго. Макой? В жизни не думал, что буду драться бок о бок с шотландцем. Без обид. Без обид. В общем, мы видели всадников уже на перевале. Что же, тогда приступим. Вы двое оставайтесь тут и выбивайте мерзавцев по одному. Кто бьет больше, тому бутылка доброго виски. Идет? Виски? Ха-ха, по рукам! Я засяду в лодочном сарае. Славно, славно. А вы, мистер Макой, не думаете, что уступите Гектору? Таким неандертальцам я еще не проигрывал. Готовьте виски. Вы не говорили, что ваш друг обаятелен, как змея? Не беспокойтесь на его счет. Она бы лучше уйти в дом, пока они не напали. Ладненько. Покажем этим гадам, кто на ранчо хозяин. Дядя Йен? Что такое, Кейти? Это все из-за меня, да? Что за чушь ты несешь? Если бы я тогда не потеряла купчую... Кейти, Хиггинс обманывал всех, не только тебя. Да, но... Никаких «но». Мы справимся, как всегда. Надеюсь, ты прав. Выше нос, научим этих шавок не связываться с Охара. Сдавайся, Охара! Теперь тут все наше! Это наша земля, слизняки безмозглые! Уползайте к своему Девиту и передайте ему мои слова! Они, похоже, очень заняты. Пора отрабатывать свои деньги. И где там этот дуболом? Только не говорите, что до сих пор прячется в лодочном домике. Придется сходить и проверить. Повсюду люди компании. Хорошо, что уже стемнело. Главное не привлекать внимания и не выходить на свет. Но для начала надо разобраться с этими недоумками. Давай попробуем. Так, что у нас тут за записочка? Мы заходим в освещенные зоны. Давай прочитаем. Так, Макой может метнуть склянку с болотным газом, которая оглушит всех врагов в радиусе поражения. Плащи защищены банданами, поэтому отключается ненадолго. Полезно быть запасливым. Хорошо. Одной склянки тут хватит. Так, давай. Надо управиться с ними, пока они не пришли в себя. Чую неприятности. Давай. Лежи, не бойся. Но я думаю, их нету смысла, да, именно прятать. Ничего, я быстро. Так что давайте их сейчас свяжем и попробуем по-быстрому выполнить все эти задания, которые здесь есть. Хотя навряд ли, я думаю, это у нас получится, и мы будем перезагружаться. Некоторые источники света можно погасить. Ага. Хорошо. Окей. Давай, пошли потихонечку. Свету незаметно я не пройду. Лучше погасить лампу. Это может даже отвлечь охрану. Там что-то был свет погас? Не, ничего не было. Никого, ничего не было. Так, хорошо, убрали. Отлично. Куда нам дальше? Так, ты кто? Ты смотришь на нас. Ты смотришь тоже. Еле увернулся. Любой каприз за ваши деньги. На крышу, наверное, да? Надо присматривать за тем, у кого факел. Ладно, побежали. Что, что и получаешь. Давай, наверное, сначала вот этого вырубим с помощью
Какого? С помощью сумки, да? Сколько так, раз меня... давай. Давай, быстрей, 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 быстрей. Блин, не тот пошел. Я хотел, чтобы этот пошел. Отла, меня сейчас заметят, да? Работай как часы. Сейчас кому-то будет больно. Ну и все. Раньше надо было сдаваться. И все, ребят. Я тут ничего не сделаю. Было ваше раньше, стало компанией. Это для слишком безвреден. Придется тратить, наверное, газ, ребят, потому что хотел по-другому. Вдохнуть и не выше. То, что доктор прописал. Одного за другим. Не, вот этого они нужно. Вот этого нужно сначала убрать. Все, хорошо. Давай, 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 давай. Эскимой. Связывай. Ничего, я быстро. И этого, пожалуйста, тоже свяжи. Ладно, лежи. Они моргнут. Я не увернулся. Все, отлично. Гасим. За что платишь? Забираем. Я хотел, конечно, по-другому это все сделать. Чтоб этот на сумку повелся, ну ладно. Ты или я? Так, давай смотреть, что тут нам дальше. Так, ну ты... Ну да, ты, наверное, не заметишь меня в этой зеленой... Да, тут, похоже, всем заправляют эти плащи. Лучше пока не попадаться им на глаза. Блин, можешь... Этого выруби с помощью сумки. У меня осталось пара фокусов. Кому бесплатное шоу? Как думаешь? Давай попробуем. Сейчас он подойдет и попробуем его вырубить, чтобы он не ходил здесь с этим и с лампой. Потому что в дальнейшем я так понимаю, что он нам будет... А ты что, не замечаешь? Ты серьезно не заметил сумку? Не заходи. А почему бы просто не сжечь амбар? Хорошо. Давай сюда закинем. Ну ты же должен повестись. Не может быть такого, что ты не поведешься. Слушай, план такой. Во, давай. Они даже не почувствуют. Иди к доктору. Ага. О, да. Да, мотель, давай, подходим. Мне... Все, тихо. Давай его перетащим куда-то вот сюда. Сохранимся и пойдем дальше. Так, бросить. F5 и давай вот сюда. Не имею. Потихонечку, помаленечку. Давай, 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 давай. И побежал, побежал, побежал. Все. Одного за другим. Шикарно. О. Нам сюда, да? А вот и лодочный сарай. Если он еще там, надо проверить, все ли в порядке. Да, давай посмотрим. Хм. Дверь закрыта. Ну, с этим я справлюсь. Спасибо, что выпустил меня. Эта чертова дверь взяла и захлопнулась. А, хочешь сказать, громила, что сам ты запертые двери открывать не умеешь? Так тихо, как ты, не умею. Ну, что тут было без меня? Ну все, Хара! Ты сам напросился! Пора пускать в ход большие пушки. Прошу прощения, босс, мы все еще патронов ждем. Господи, я что, сам все делать должен? Ты, за мной! Сейчас принесем ящик с патронами. А вы, болваны, отвлеките их пока чем-нибудь. Так какой у нас план? Мой план был прост. Убрать этих плащей. Они тут главные. Если их всех перебить, у нас появится шанс. Тогда ты по адресу. Громилы моя специальность. Ах, еще бы.
Слушай, я знаю, что нам пригодится. Видишь, как земля блестит? Это керосин. Горит, как в аду, даже под дождем. Возьмем горящий факел, дождемся, пока кто-то туда наступит, и подожжем. Да, об этом стоит помнить. Ну все, начинаем. И считаем трупы. Та бутылочка будет моей. Скорее уж гроб твоим будет. Так, давай начнем. За тебя, да? А ну давай прочитаем. Я иду. Давай посмотрим, что здесь. Ничего не случилось? Нет, ничего. Так, Гектор может использовать свой обрез, чтобы шумно убивать на расстоянии нескольких врагов за раз. Ага. Хорошо. Да-да-да, давай сейчас подождем, пока мы не все вместе станут, и заберем их. Давай быстрее, братиш. Во. Вот так вот. Поздоровайся с моей красоткой. До побачення. Теперь три. Это что, обрез? Красота же, да? Так, что это такое? Лачуги нашел. Мы же договаривались не шуметь. Так, коренсиновые ловушки. Можно поджечь. Ага, мы это поняли. Так, во-первых, мы сохраняемся. Главное всех прикончить. А во-вторых, давай посмотрим... Что тут это делает? И потихонечку их будем убирать. Я думаю. Хотя ладно, доктор. Все свое ношу. Давай, иди сюда. Иди сюда. Давай вот. Прямо быстро сюда. Так ты, кусты. Значит, Макой? Точнее, доктор Макой. А присядь, пожалуйста. Да ладно. Не настоящий же доктор. Если повезет... Однажды узнаешь. Нужно будет, наверное, сейчас лампу выключить. Этот заметит. Да. Давай. Не заходим в освещенные зоны. Что это было? Они моргнуть не успели. Кто потушил свет? Давай, быстрее, 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 иди сюда. Идем, идем. Все, хорошо. И взяли. Потащили в кусты. И сердце вон. Так, а ты зайдешь сюда? А почему свет погас? Так иди. Кого убрать? А, не твои проблемы. Понял. Тебе все равно, да? Тогда плаща мы по-любому будем с помощью нашего медведя убивать. А с помощью доктора давай вот сюда. Ладно. Так, подойди. Они даже не почувствуют. Выруби его. Ой, божечки, нет, 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 нет. От меня не уйдет. Нет, ребят. Какая разница? Главное всех прикончить. Ну да, согласен. Да. Блин, неужели мне придется сохраняться каждый раз, когда я кого-то. Так ты, значит, забираю. Доктор Макой. Да ладно. Не настоящий же доктор. Если повезет, однажды узнаешь. Твою ж мать. Любой каприз за ваши деньги. Они моргнут. Давай, иди сюда. По-быстрому. Там что-то... А? Это что, ветер был? У меня и поважнее. Прямо как на войне. Засажа! Ясненько. Начинается. Начинается. Крыса. Какая разница? Главное всех прикончить. Ладно. Давай, беги сюда. Прямо как на войне. Доктор. Так ты, значит, мистер Макой? Доктор. Точнее, доктор Макой. Да ладно. Не настоящий же доктор. Если повезет, однажды узнаешь. Сейчас тогда придется ждать, пока месь. Вот это вот тело пойдет обратно. Но в любом случае нужно свет тут вырубить. Не знаю. Ну тут лишний. А дальше уже потом думать. За что платишь, то и получаешь. Хорошо. Да,
назад. Давай, замечай. Там что-то есть. И нужно будет где-то здесь, да, его, наверное, лускнуть. Хорошо, хоть спички с собой. Кого убрать? Вот здесь вроде она не увидит его. Если я не ошибаюсь. Одного за... Это раз. Что это там? Любой. А? Это что, ветер был? Да-да-да. С глаз долой, из сердца вон. Вот это вот мне нравится, что ты никуда не пойдешь, сохранились. Сейчас ты уходишь, нужно будет этого забрать, потом на двоих скинуть камень. Как насчет кардиша? Ну ладно. Побежали. Побежали, побежали. Ага, ты разворачивайся. Нужно будет дождаться, когда этот пойдет в эту сторону. А потом уже его рубать. Они моргнуть не успеют. Ну правильно, он же не заметит, я надеюсь, или заметит. Так, а давай немножко ускоримся. Давай немножко ускоримся. Не спрашивай. Тут виски мой. Это два. Убрал. Сукин сын. Заметил. Заметил. Хорошо. Просто не хочу сохраняться вот конкретно в этих кустах, из-за того, что мало ли, может, что-то не выйдет. Блин, он опять возвращается. Ладно, давай, значит, сделаем. Идем, идем. Сделаем вот так вот. Быстро, 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 залазь, подходи сюда, и сейчас скинем на тебя камушек, а потом заберем твоего друга и вот этих вот двух. Я думаю, чем меньше людей потом будет, тем легче нам сражаться в конце. Дорога сквозь ад. Все, до побачення. Что это еще что за звук? На кой черт мне это сдалось? Твою мать, что это было? Ну не черта ж себе история. Да ничего страшного, ну, не переживай. Попались. За что платишь, то и получаешь. Хопа. Так, а мне что так, делать? Так, мне не страшно, мне не страшно. Прячешься от меня? Нет, о, меня тихо, здесь нету. Не надо больше так внезапно исчезать. Меня вообще здесь нету. Так, сейчас, сейчас. Медведь. Как ну... это вообще произошло? Идем. Подойди пока сюда. Больше похоже на вторжение. Они моргнуть не успеют. Ага, ну ты заметишь, сейчас они будут разговаривать. Сохраняемся, вырубаем вот этого вот, а потом уже медведя здорового вот это. Блин, а ты поговорить с ней не хочешь? У тебя нет такого желания? Ну, пообщаться там, спросить, как дела. Как насчет по стаканчику виски? Да, во, давай. И четыре. Отлично. Оставим его здесь. Так, есть, шикарно. Теперь что нам нужно? Нам нужно будет с вами... Где бы спрятать? С вами с помощью нашего большого друга. Борода намокла. Вырубить этого с топора и забрать эту вот подругу. Так, пошел. Только присядь, пожалуйста. Давай, вот прям вот сюда. Буря а началась. Ты, док, вот сюда. Сейчас она подойдет ближе, и мы одновременно сделаем это. Давай, давай, давай.
И... пошли. Так, мы делаем вот так. Даже не возражение. Какой у нас план? С тобой делаем вот так. Исполняем. Понятно. Уже 5. Все, хорошо. Не знаю. Я прикончил первого. Нужно ли тащить, не нужно. Иду. Этого плаща. Ну давай его запрячем на всякий пожарный. Врача вызывай. И ее туда-сюда тоже ложим. Хорошо, есть. Не вопрос. Есть, отлично, сохранились. Сохранились и смотрим, что нам дальше нужно делать. Так. Обрез. Наверное, вот это вот плаща сейчас сожжем. Ага. Сожжем этого плаща, вырубим этого, да? Хорошо, давай, наверное, вы вдвоем идите вот сюда. Само собой. Сейчас разберемся с этим типом. Так ты доктор? Что, настоящий? А что тебе не нравится? Замки вскрывать, метко стрелять. Этому всему врачей учат? Я человек многих талантов. Так, наверное, с помощью капкана мы сейчас... Бьянка на выход. Да, да, я понял. Бьянка. Темнота моя стихия. Доктор, иди сюда. Почти готово. Давай. Пора взять пару нот. И побежали. Смотри в оба. Все, отлично. Она еще 5. До побачення. Вот. Иди к доктору. Давай его сюда где-то клади. Сохраняемся. Теперь беги, наверное, за... Не вопрос. Факелом. Далеко, конечно, но что поделать. И нужно будет как-то, наверное, вот сюда пройти. И отсюда кинуть. И желательно кинуть, когда здесь будут этих вот два типа. Чтобы они нам потом не мешали. Да, взял. Отлично, Гарри. Давай тогда беги сюда. Вот тут сохранимся. Вот тут мы по-любому сохранимся с вами, потому что я знаю, что с первого раза, наверное, не получится, да? Сделать хорошо. За работу. Пошли. Прощения, что ты так носишься с этим капканом? Давай вот сюда. Бьянка. Любовь моя. Ага. Вот про что я говорил. Сюда, амиго. Прошу прощения, а что ты так носишься с этим капканом? А, Бьянка, любовь моей жизни. Так. Ты дал имя капкану? Стой. Слышишь, Бьянка, он завидует. Это одна Всё, из тех тихонечко. Луж. Осталось только ее поджечь. Там горит костер. Сейчас подожжем, не переживай. Только сейчас подойдут сюда еще два человека. Во, вот эти вот. И мы все сделаем. Все, до побачення. 8. Ё мать, что это было? Не, ничего. Мне что делать? Муравью можешь приделать. Второй плащ на мой счет. Так, надо кого-нибудь. А ты свистишь как? Вот сюда, да? Наверное, можно этого приманить. На капкан. Дичь какая-то. Так, до какой части ты достаешь? Ага. Хорошо. F5. Сейчас он успокоится. Мы, наверное, заберем сначала вот этого, чтобы он нам точно не мешал потом. Или не заберем? Не, заберем. Он тут не достает. Побежал. Побежал. Это работа для Бьянки. Давай вот сюда. Еще.
Пора взять пару ног. Вот тут. Сюда. Я все слышу. Да, давай, иди сюда. И главное, чтобы его потом не заметили. Слава. Что такое? Отлично. Отстаешь никак. Я просто не тороплюсь. Туда? Отлично, отлично. Все, до побачення. Сохранились. Теперь дальше. Давайте, наверное, пройдем сюда по темной части. Потушим свет. Ага, сколько у вас здесь человек, я смотрю, да, много. Тогда вырубаем этого, вырубаем этого. А, не вырубаем, нам нужно одновременно будет это сделать. А как это сделать одновременно, если мы здесь не можем пройти? Хорошо, тогда давай этого плаща, да, сначала. Я даже не знаю, кем медведем, не медведем идти. Блин. Ладно, ладно. Ага, они здесь тоже, да, в костре стоят. А если мы... Нет, не получится. Надо, наверное, сначала вырубать охранников пончо. Слушаю. Давай, док. Нигде ты иди сюда. Нашел свою бьянку. Старик кузнец подарил. Сказал, никто ее не хочет, потому что слишком большая. Ну, не для тебя. Видел бы ты ее. Помятая, ржавая вся. Давай, наверное, вот сюда. Чистил, отполировал, смазал. Спасибо. Я слышал достаточно. Да, сюда. Что-то есть. Отлично. Убегаем, 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 пожалуйста. Все, отлично. Лампу надо убирать. Дорога сквозь. Твою ж мать. Падла. Ты еще кто? Ага. Потом займусь. Ладно, загрузить. Загрузить, хорошо. Туда этого придется сейчас убрать. Блин, как же вы меня задолбали, ребят, серьезно. А вот я пошел. Нельзя ли это было сделать все по-нормальному? Так, не, ты вот тут посиди, а мне док нужен. Слушаю. Мне нужен док. Прямо как на войне. Хорошо, док, отлично. Да, соглашусь. Побежал. Все, беги сюда. Сейчас вырубим сначала на вышке, типа. Дорога сквозь ад. И где ты нашел свою бьянку? Старик кузнец подарил. Так, а где он? Сказал, никто ее не хочет, потому что слишком большая. Вот он. Для тебя. Видел бы ты ее. Помятая, ржавая вся. Я ее очистил, отполировал, смазал. Спасибо, я слышал достаточно. Так, побежали. Какого? Сядь, пожалуйста. Да твою ж ты, бесите меня. Что я упустил? Кого я упустил? На вышке типа. Ага, и вот этого, да, типа. Бесишь. Буря началась. Так, да, иди сюда. Соглашусь. Иди сюда, иди сюда. Прямо как на войне. Какого чёрта? Да никакого, ладно. Тут нету никого, успокойся. Что? Да ничего тут нету, все. Тебе просто показалось. Возражений не имею. Так. И где ты... Нашел свою бьянку. Старик кузнец подарил. Сказал, никто ее не хочет, потому что слишком большая. Ну, не...
для тебя. Видел бы ты ее. Помятая, ржавая вся. Я ее очистил, отполировал. Так, иди-ка ты сюда. Спасибо, я слышал достаточно. Иди сюда. Одного. Хорошо. С глаз долой, из сердца вон. Из сердца вон. Все, минус свет. Блин, а сюда еще кто-то пришел. А что мне делать? Как дела? Хорошо, мне нужно этого сначала забрать. Я ж смогу здесь прыгнуть, правильно? Так, как мне сюда и пройти? А никак. Сейчас, ребята, просто думаю, мне не хочется по 200 тысяч раз это все загружать. Ну, как дела? Реально не хочется по 200 тысяч раз это все загружать. Так, а ты у нас светун до какой степени светишь? Так, да, иди сюда. Соглашусь. Что? Не, ничего. А ну-ка. Твою ж мать. Нет, присядь, пожалуйста. Ну, как дела? Любой каприз за ваши деньги. Что это было? Мать. Что это было? Кто потушил свет? Кого убрать? Все? Нет. Семь. Нет. Вот ты где. Ладно, потом займусь. Черт, они нагнали. Ладно, ладно. Тогда мне медведь тоже нужен будет. Мне нравится. Давай, вот сюда бегите. Бегите, ребятки, сюда, вот сюда. Тогда придется сделать все то же самое, попробовать, конечно, по крайней мере. Какого? Там что-то есть. Да нету тут ничего. Не вопрос. Твою ж мать. Тут ничего нету. Ты ж сможешь, да, сюда зайти, подняться? А вот тут подождать. А ты, док, да... вагон, давай нет. Сюда. Одного за другим. И где ты нашел свою бьянку? Старик-кузнец подарил. Сказал, что никто ее было? Не хочет, потому что слишком большая. Давай сюда. Ой, видел бы ты ее. Помятая, ржавая вся. Я ее очистил, отполировал, смазал. Спасибо, я слышал достаточно. Кого убрать? Сейчас нужно будет вот это вот. Человека тут тот вист. Расслабить. Шесть. Все хорошо. Из сердца вон. Вот так вот. Потом медведя нужно будет сюда подослать поближе. Сейчас. Вот в кусты. Тут сидим. Док. Врача вызывали. Сейчас подождем, пока месяц этот обратно пойдет. Мы опять пробежимся вот так. И попробуем выключить свет. Посмотрим. Так, пошел. Пошел. Стой. Да, соглашусь. За что платишь, то и получаешь. Вот так вот. Все в порядке. Давай подождем, наверное, да? Возражений не имею. Не заходим в освещенные зоны. Хорошо, не заходим. Давай теперь одновременно мы нажимаем паузу. А не моргнуть. Раз. Ладно.
Никому не дам в обиду свои. Ох, сейчас смотри. Два. Оба. Исполнить. Ничего, ни сахара, не расклеишь. Твою. Семь. Так, медведь, забирай его сюда. Хорошо, новый доктор. День, новая охота. Давай, вот. Закурить не найдется? Нет. Так, вот, наверное, да? За ваши деньги. Сдается мне, я догоняю, мистер Гектор. Да, все, да, отлично. Да, конечно, конечно. Третий плащ выбывает из игры. Так, а мне что делать? Третий плащ выбил, ребят. О, шикарно. Не знаю, этого нужно убирать, не нужно. Может, уберем? Мне что делать? Кого убрать? Не, давай сначала потушим, да? Неплохая как мысль. Это вообще произошло? Туши. Вот ведь дело. Присядь. Они даже не и побежали. Десятый. Все, отлично. Минус 10. Что это там за... Нет, нету, ничего. Шикарно. Они моргнуть не успеют. Побежал, 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 побежал. 11. Все. За что платишь, что и получаешь. Есть. Дальше смотрим. Черт, все время машу. Дальше смотрим. Так, ты куда смотришь? Ага. Ну, разве только что сюда сундук? Только давай, давай сейчас попробуем. Сохранимся на F5. Попробуем пройти. Дорога сквозь ад. Заметит, не заметит. Попробуем кинуть. Сколько раз меня это ж прямо как на рыбалку. Сундук. Кого убрать? Какого черта? Иду. Эй, ты! Ага. Так, ну, в принципе, я думаю, правильно мы идем. Только нужно будет убежать, я думаю. Так. Сколько раз меня эта штука выручала? Давай сюда и сразу уходим в кусты. Бесплатное шоу. Какого? А, вот ты где. Ля ты крыса. Ладно. Ни в одной игре я еще так не загружался, как в этой. В следующий раз достану. Блин, скажи же, мне их не хватает Маккоя. Че это как его, у того персонажа с ножами. А, чертов ковбой. Дюжина. Все? Минус? Даже так можно было сделать. Прикольно, я даже не знал. Да чтоб тебя! Так, что мы здесь ты можем сделать? Всего, а если я стрельну в огонь, наверное, не получится, да? Нужно будет бросать конкретно факел. Так, а ты кто? Куда ты смотришь? Возражений нет. Давай сюда. Черт! Давай вот так вот. Ну да, ты смотришь. Нужно будет, наверное, подождать, пока миссион начнет ходить. А потом уже разбираться. Так. Уходи, пожалуйста. Ну, уходи. Давай. Неплохая пошел. Мысль. Чёртова дюжина. Оставим его здесь. Давай вот сюда. Быстрее, 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 быстрее. Теперь, я так понимаю, нужно взять медведя, чтобы он взял огонь и... Блин, но мне тогда нужно будет, знаете, что с медведем сделать? Ну, я его медведь называю, не знаю, он здоровый как медведь. Само собой, амиго. Выруби сначала вот этого вот. Кого подравнять?
Его, пожалуйста. Давай, 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 давай. Нет, 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 назад. Ага. Нужно, чтобы сейчас этот ушел. Боже, как же тут скользко. Давай, уходи. За работу. Быстрее, быстрее, вот быстрее, быстрее, быстрее. Без дождя я бы обошелся. Да ладно. Засада! И это все, что ты мог. Кого убрать? Ладно, ладно. Ладно, ребят, ладно. Сейчас тогда это выбираем и с помощью дока, значит, его вырубим того. Просто других вариантов здесь нету. Мне реально нужен огонь. Чёртова дюжина. Оставим его здесь. Мне нужен огонь будет. Да чтоб тебя! Куда? Любой каприз. Уходим, заложить. Уходим, уходим. Прямо как на войне. F5. Давай вниз. Я думаю, доктор будет немножечко побыстрее у нас, да? Ну ладно. Боже, как же тут скользко. Так, давайте сохранимся. И попробуем. Эй, вот это жизнь. Без дождя я бы обошелся. Да ладно, док. Еще скажешь, что тебе все, это не отлично. По душе. Я этого не говорил. Отстаешь, да? Это я еще не разогрелся. Ой, не-не-не-не-не-не. За что платишь, то и получаешь. А как мне спрыгнуть? Ага, давай вот сюда. И да давай вот этого вот. 15. Все, давай. С долой и с сердца вон. Неси, неси, неси. Быстрей, молодец. Давай тогда тебя вот сюда. Иду туда. Все, бросай. Иди-ка ты сюда. Борода намокла. Давай, борода. Я пошел. Пошли, у нас есть для тебя кое-какое дело. Давай, забирай костер. Надеюсь, ты сейчас не засветишься, я надеюсь. Смотри в оба. Ну ты куда побежал? Алло. Не, понимаешь, ты такой здоровый, что ты можешь, в принципе, их и один разобрать, но... Давай как-то поаккуратней. Так, доктор, доктор, доктор. Доктор пока месть пусть тут будет. Так, отлично, беги горит. Сюда. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. F5. Ага, и побежали. Понятно. Я сказал, побежали. Да, я понял. Что ты понял? Я говорю, побежали. Теперь вот сюда, вот сюда, и нужно будет спрыгнуть, запрятаться вот здесь, когда он пройдет. За работу. В следующий раз достану. Так, ждем, пока месь он... Стой. Пока месь он сейчас подойдет вот сюда, спрыгнем и подожжем их. Так, все, он уходит. Идем. Черт, все время машу. Лови. Хорошо, ладно, уходим. Теперь точно 13. Пора зажигать. Пора зажигать. Сохранились. Это сколько уже? Точно 4 плаща. Нужно этих плащей еще забрать. А, чертов ковбой. А если я вот этого вот заберу сначала с помощью доктора. Доктор, иди сюда.
Давай, доктор, иди туда. Сейчас уберем этого, положим его сюда. Посмотрим. Так, сейчас нужно будет подождать, пока миссион будет бежать обратно. Я думаю. Идем, идем. Так, хорошо. Давай, вырубаем. Нет, 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 нет. Нет, нет. Падла. Это сколько уже? Точно 4 плаща. Угу. Док, сюда. Любой каприз за ваши деньги. Смел, парни, да? А, чертов ковбой. Даже не знаю. Так, а ну, подойди-ка ты сюда, ладно, пожалуйста. Подойди-ка ты сюда. Бьянка готова. Установим сюда бьянку. Не вопрос. Позовем этого. Вот нужно забрать бьянку. Пошумим. Так. Смотри его. Хомбре. Ну? Ты чё, придурок? Как же тут скользко. Эй, так точно, амиго. Сядь. Хорошо. Я нагоняю. Ты все еще в хвосте. Иди к Гектору. Так, Гектор, бросаем. Вот тут где-то сохраняемся. Теперь точно, док, все иди сюда. Ношу с собой. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. 16. Повезло. Идем, идем. Реально повезло. Так, давай, наверное, и этого, да? Сохранимся. Посмотрим. Вот этого вот вырубим. 17. Не-не-не, уходи, 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 уходи. Уходи, 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 уходи. Уходи, уходи. Вот это повезло. Вот это конкретно повезло. Просто на тоненького было. Хорошо. Сохраниться. Сохраниться. Надо, наверное, будет сначала этого убрать, да? Гектор здесь. Или кого убрать? Буря началась. Так, давай пройдем. Блин, ну куда ты смотришь? Могу ли я тебя вытащить? Нет, я не успею его вытащить. Ага, а если мы попробуем с вами сделать конкретно... конкретно вот так. Смотри, он разворачивается. Он разворачивается, и мы его убираем. Делаем вот так. Раз. Кого подразумеваю? Его. И с помощью дока. Я бы пока не без кого. Прямо его исполнить. Я все слышу. Ты чё? Угу. Не получилось, не получилось, но задумка была неплохая, да? Задумка была неплохая, я даже не успею, наверное, его вырубить. А может, вырубить успею, но оттащить, наверное, не успею. Ладно, будем пробовать. Будем пробовать. Не заходим в освещенные зоны. Там. Иду. Давай. 18. Что это было? Угу. Заметили. Заметили.
Это без понятия. А в любом случае он поворачивается. Может просто их застрелить, как думаете? Так, а ну, док, иди сюда. Так, ты у нас иди сюда. Бьянка на выход. Давай, Бьянку сюда. Давай, иди сюда. Ты ж не заметишь, как его разберут? Все хорошо, да? Заработал. Вот. Вроде отлично. Да я справлюсь. А, ну все, теперь сохраняемся и делаем то, что я задумал изначально. Больше похоже на вторжение. Когда он будет идти, сейчас чего? Одновременно на них напасть. На костюме тут был. Эй, ты где? Да чтоб тебя! Стреляйте, мать вашу! Идем. Хорошо. Я не в настроении. В следующий раз достану. Так, аккуратно. Эй, ты где? Я бы тебе сказал бы, где в рифму, но не буду. А, чертов ковбой! Да, парни, прятаться будем, да? Срет опять, наверное. Мне нужно, чтобы он успокоился. Пора обратно. Ага. Давай понятно. Его. Врача вызывали. А ты давай его исполнить. Пошли. Быстро, быстро, быстро. 18. Все хорошо. Отнесем вот сюда. Еще? Сколько их там еще? Думаю, этого хватит. Надо найти удобное место. Хочу кое-что проверить. Так. Плохая мысль. Хорошо, а удобное место это какое? А, вот сюда наверх. А, нужно вдвоем сюда подняться. Так, ну, я думаю, можно будет просто пробежать. Сейчас этот отвернется. Мы с вами вот тут побудем. Сейчас, погоди. Само собой. Не-не-не, быстрее, пожалуйста. Ах ты ж, падаль. Я хотел убрать просто его. Хотел черт, реально его убрать. Разнесем, дам на куски. Ладно. Не заходим. Да чтоб тебя! Сюда. Стреляйте, мать вашу. Попробуем, значит, просто пробежать. Рыжий мерзавка! В следующий раз достану. Надеюсь, успеем. Так, у них начинается обход. Идем. Побежали. Да, успели. Отлично. Черт, все время машу. Черт, что тут произошло? Что там происходит? Может, им хватило на сегодня, О'Хара? Идиоты! Сколько можно копаться? Ну же, за дело! Будут стрелять из гатлинга. Ну же, внутрь! Живо! Идемте! О, какого... Огонь! Давай, О'Хара. Это что за дерьмо? Нам надо что-то придумать, пока они не разгромили дом. Старик прострелил бочонок с нефтью. Вы думаете о том же, что и я? Гиена огненная. Можешь стрельнуть? В чем дело? Почему не стреляют? В эту штуку? Не знаю. Опять сейчас выясню. Насколько можно. Давай мы сохранимся на F5 нажмем и... Делаю, босс. Хорошо. А если мы... Стрельнем моя вот так вот? Гордость.
Не, это так не работает. Это так не работает. Ой, надеюсь, ты тут тела не заметишь. Ага, вот сюда нужно подойти, да? А каким образом ты мне это предлагаешь сделать? Давайте, наверное, загрузимся. Мы потрошки все с вами потратили. Что здесь? Ну, ладно. Ну, ты не хочешь забрать на дробовик потрошки? Отлично. Будь начеку. Иду. Не-не-не, надо вот так. Надо вот так сюда спрыгнуть. Что? Быстрее, 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 быстрее. Какого черта? Никакого, нас тут нету. Ага, понятно. Так, побежали, побежали. Здесь мы вроде все зачистили. Здесь был какой-то знак вопроса. Может, нам сюда нужно? Главная бдительность! Или не? Да, я понял. Так, и что это нам дало? А ровным счетом ничего, да? Не-не-не, назад, назад, ну, назад, назад. Ну, вот почему именно... Ага, а давай мы с помощью тебя возьмем вот тут кое-что. И выбежим, потом бросим вон туда. Давай только чуточку быстрее. О, черт, костер погас. Придется вторым обходиться. Ты издеваешься? Будь начеку! Ты реально издеваешься? Капец. А здесь больше нету нигде. Короче, нам нужно проходить опять все то же самое, понимаешь? Нужно сейчас выбирать, убирать как-то этих двоих. Только как это сделать? Ладно, ладно, ты где вообще? Ладно. Давай потуши вот эту Осторожно! Штуку. Они все еще... Потуши вот эту вот штуку. Мне Иди нравится. Сюда. Пора взять пару. Блин, не достает, да? Ага, ну зато этому достает. И этому достает. Будь начеку! Это работа. Давай сюда. Еще. Секундочку. Сейчас мы потихонечку с ними будем. Чего так раньше, а? Надо кого-нибудь приманить. Сюда. Давай, иди сюда. Будем по одному их сейчас убирать. Все хорошо. Пора зажигать. А вот иди к Гектору. Давай вот сюда тебя скинем. Куда отнести? Вот сюда. Теперь надо. Пошумим. Блин, она вообще не достает, да? Хотя вроде достает, но... Видали мы и побольше. Но как-то так. Этих вырубить сначала. Мне надо от этих четверых избавиться каким-то образом волшебным. Будь начеку! Ладно, давай Я сюда. Готова. Не вопрос. Надо... Омбре. Угу, не получилось. Пошумим. Дайте шуму. Так, дайте шуму. Давай, чувак, пробегай. Главная бдительность. Так точно, амиго. Падла, не успел. Пора взять пару нот. Хорошо, давай заберем вот Бьянку. Заберем. Я пошел. Поставим ее сюда. На выход.
Пошумим. И... А куда ты пошел? Они все еще где-то там. Иди, вылезай. Какого? Ну, ты будешь идти сюда? Ну, нет, не будешь, да? Нас не спрятаться. Я с вами поразвлекаюсь. Давай, давай, заходи сюда. Что за сали? А ну выходите! Да я здесь. Я из тебя шкуру спущу. Не, я бросил. И не возвращайтесь. Угу. Сюда, Амиго. Пора взять пару нот. Не могу понять, почему... За работу. Да куда ты, блять? Славная бдительность! Не, я бросил. Надо кого-нибудь приманить. Ну вот это вот типа... Омбре, смотри в оба. Давай, любителя стрельнуть. Немножко... сигарет. О! 18. Само собой. Осторожно. Отлично. Не вопрос. Так, мы сохраняемся. Это во-первых. Во-вторых, что мне с тобой делать? Угу. Ну ты же заметишь меня. Будь начеку. А дай посмотреть, как ты бежишь, куда ты бежишь. Понял, док. Новый день, новая охота. Ты где? Ты мне нужен. Давай беги вот сюда. Любой каприз за ваши деньги. Да-да-да. Беги сюда. Сейчас будем с лампой разбираться. Сейчас будем разбираться с лампой. Неприятности. Не-не-не, куда ты? Вот сюда. Да, я тоже об этом подумал. Наверх, 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 пожалуйста. От меня не уйдешь. Ножички. Все свое ношу с собой. Что ж так все это долго тут происходит? А, ты другой побежал вообще, красавчик. Ладно, ладно. Иду. Нет, ты стой на месте, куда ты идешь? Ну, мне док нужен. Мне нужен док. За что платишь, то и получаешь. Блин, неужели нельзя просто выстрелить в костер? Не имею. Неужели реально нельзя просто выстрелить в костер, чтобы оно загорелся? Чую неприятности. Одного за другим. Давай. Очень неплохо. Ну, ладно. Давай вот сюда. Иди, иди, иди сюда, в эту сторону. Сколько раз? Будь начеку! Давай. Прямо как на рыбалке. Идем, идем. Идем, идем. Они моргнуть не успеют. Какого? Вряд ли там что-то ценное. Ты издеваешься? Любой каприз. Ладно. За что платишь, то и получаешь. Я? Тогда ты мне должен будешь, да, помочь. Возможно, с помощью свиста приманить. Но других иду. Вариантов я просто не знаю. Возможно, с помощью свиста мы его и приманим. Ага, ну, на капкан. Ну же, амиго. Не-не, куда ты? За работу. Давай, иди сюда. Где твой свист достает?
Ага, надо будет куда-то его вот сюда. Да, надо будет она куда-то его вот сюда. Быстрее! Быстрее! Пора зажигать. Надо кого-нибудь приманить. Сейчас он будет уходить. Быстрей! Сюда! Подла! Осторожно! Сейчас он будет бежать, мы, по идее, должны успеть свистнуть с вами. Мне нравится. Там что-то есть. Да нету здесь ничего. Надо кого-нибудь приманить. Омбре. Ясно, свистнив. Кажется, свистнив, там тоже дырка, да? Ладно. Если мы этого приманим. Пьянка готова. Быстрее, пожалуйста. Хер узнает, как это все сделать. Ну, я ж реально не успею, да, выхватить просто и кинуть костер. А давай попробуем. Мне нравится. Давай попробуем. Вот ты где! От меня не уйдешь! Что это было? Бросай. Что? Ну, я попытался. Если честно, я попытался. Блин, док. Буря началась. Иди сюда, пожалуйста. Не-не-не, куда ты? Возражений не имею. Давай, что, давай вот сюда. Давай, иди сюда. Будем сейчас их отстреливать. Я не знаю Будь других начеку! Вариантов. Реально, не знаю других вариантов. Посмотрим. Давай. Не заходим в освещенные зоны. Какого черта? А присядь, пожалуйста. Моя гордость. Сейчас будем вырубать их по одному. Главная бдительность! Угу. Давай. Сейчас проверим. 19. По одному выбивают! Спрятаться решили, сволочи. Я не промажу. Найти их! Черт, снайпер! Все, будем их так выбивать. Они не могли они далеко убежать. Я знаю, что мне нужно. Нужно вырубить их с помощью огня. Продолжайте искать. Категорически нет. Патроны кончились. Да, а у тебя ж есть Хорошо, эти гады прячутся. Пошумим. Вот ведь браны сегодня сюрпризов. Они свалили. Так. Кто-нибудь что-нибудь нашел? Пошедший забирает все их добро. Вот ведь пронырливые ублюдки. Кто-нибудь, что-нибудь нашел? Жду приказа. Бум. Нам нужно подтянуть. Мы это их все, прогнали! Что? Эй. Они нас окружают! От меня не уйдешь! И хер вы знает, я уже просто творю какую-то дичь. Я реально творю какую-то дичь. Что тут Будь делать начеку. Без понятия. Ну знаешь, что мне нужно реально костер кинуть. Можешь просто вырубить их всех.
Эти двое смотрят, это на меня смотрит, да? Ну да, если я возьму костер, они ж меня сразу запалят. Главное бдительность! Пора зажигать. Так, а что зажигать? Сюда, амиго. Хорошо, давай сюда, амиго. Давай, амиго, пошли. Иду. Буря началась. Дорога сквозь ад. Док, давай, ты тоже сюда иди. За что платишь, то и получаешь. Сюда иди, я тебе говорю, пожалуйста. Не беси меня. Идем, идем. Мы и так уже сколько? Часа три, да, сидим, записываем. Да твой, твой, я тебе его лично иду. Куплю, если ты это сделаешь. Да, я тоже об этом подумал. Ну давай. Раз мы вместе об этом подумали. Чую неприятности. То давай по-быстрому это и сделаем. Кого убрать? 19. Любой. Взяли. Иду туда. Так, потащили. Давай его сюда. Давай, 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 давай. Есть, бросить. Здесь мы выключаем. Ты же заметишь? Нет, ты не заметил, тебе все равно. Работник года, да, я смотрю. Так, где ты? Здоровяков лучше мне оставь. Здоровяки. Ну же, амиго. Давай, наверное, мы... Темнота моя стихия. Возражение... Сделаем вот так. Потом тобой. Ян, пора взять пару нот. Делаем так и попробуем вдвоем их вырубить. Ладно. А, ну, ага, сейчас. А, ты даже. Я понял, ты даже не хочешь уходить, да? Надо кого-нибудь приманить. Ага, а тебя я могу, да, приманить же, правильно понимаю? Только в чем проблема? Вот этот вот бегун здесь меня напрягает. Ну да. А я никак от него и не избавиться. Блин, а если мы сможем с вами я сделать пошел. Делать вот так. Что вот за... не назад, 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 пожалуйста, я не смогу пережить еще одно прохождение этой игры. Так, давай. Так точно, амиго. Побежали. Если мы сейчас пробежим с вами само собой, амиго, вот сюда. Не, погоди, вот сюда. Не вопрос, это работа для пьянки. Почти готово. Вот так. Ну так, ты ж нас не видишь? Нет, не видишь. Пошумим. Будь начеку. Во, отлично. Уходи. Мне нравится. Сюда. Что это было? Присядь. Ну и кто это должен? Угу. Ладно, Бьянка ладно. Голодна. Ну же, амиго. Поехали. В принципе, план должен быть нормальным. По идее. Смотри в оба. По идее, план должен быть нормальным. Это работа для... Осторожно! Какого Они черта? Еще где-то там. Ладно. Пора взять пару нот. Кто? Сюда! Да, я да, понял. Тихо. Она еще может. 19. Хорошо.
Она что, не заметит, я надеюсь? Что? Да ничего. А вот... Иди к Гектору. Где мой напарник? Бьянка готова. Пошумим. Эй, ты где? Так, нужно будет вот здесь установить, да? Прятаться будем, да? Эй, хорош! Да успокойся ты, иди отсюда. Эй, ты где? Угу, сейчас попробуем, ребят. Надо кого-нибудь приманить. Да? Вот сюда поставим, Серёга, сюда приманим. Да по-любому. Бьянка на выход. За работу. Давай. Пошумим. Почти готово. Эй, а мне какое дело? А, то есть тебе все равно, да? Она все еще голодна. Так точно, амиго. То есть тебе все равно, понял? Это работа для Бьянки. Хорошо, тогда давай вот так сделаем. Пора взять пару нот. Сейчас подождем, пока Мистот прибежит. Может, получится его завалить. F5. Или эти ковбои в шляпе не ведутся? Пора зажигать, бре. Сейчас. А, ну да. Легкотня. Эти ковбои в шляпе не ведутся. И что мне с ними делать? Если я сейчас кого-то убью... Я стараюсь. Стараюсь. Если я сейчас кого-то убью... Дока, давай попробуем... Это моя стихия. Снять сейчас... Неприятности. Попробуем сейчас выстрелить. Прямо как на войне. Навряд ли, конечно, это поможет нам. Одного за другим. Ну, попробуем снять. Давай F5. Чтоб если что. А ну, вылезай! Два десятка ровно. Хорошо, эти гады прячутся. Хорошо, да, я знаю. Бью без промаха. А нет, на что-нибудь нашел. Обыскать каждый дюйм. Так, минус один. Моя гордость. Мне вот нужно минус два. Они тут рассредоточатся. Кто-нибудь. Все, патроны кончились. Борода намокла. Хватит на сегодня сюрпризов. Беги, беги, беги. Выкурим их и всего делов. Твою мать. Любые чемодики. Беги, 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 беги. Ну все, ждем. Какого? Опять свет погас. Ждем, ждем, ждем. Ищем, ищем. Нельзя их упустить. По-моему, я нашел решение проблемы, да? Сейчас они все успокоятся. А я так надеялся на хорошую драку. Гектор здесь. С помощью тебя берем. Само собой. Давай. Тихо назад. Угу, придется вот сюда, да, пройти. Не-н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 е. Мне нравится. Давай. Идем. Вот сюда. Берем, берем, берем факел. Так. А теперь уходим. Да, согласен. Иду. Сейчас выйдем, наверное, вот с этой стороны. И закончим. Ну, все оказалось гораздо проще, я так понимаю. Ага, но, понятно. Ну, как есть, ребят, зато прошли, вроде бы. Я пошел. Вроде бы прошли. Сюда, амиго. Давай, сюда, амиго. Именно сейчас? Смотри в оба. Куда ты побежал? Алло. Давай, 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 да, давай, давай. Точно, амиго. Так, этот убежал, да? Сделай что-нибудь! Стой, назад, 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 назад. Стой. Остановись. Все, пошли.
Но вот почему именно сейчас? Еще ближе чуть-чуть. Проклятый дождь во всем виноват. Какого все. Черта? Я сваливаю. Спасайтесь! Что, уже все? А я только начал разогреваться. Тебе всегда мало, да? Да ладно тебе, Маккой. Разве бывает много? Я вижу, вы двое неплохо развлеклись. Вы точно в порядке, мистер О'Хара? Не волнуйся, сынок, все не так страшно. Крепко вы нам помогли с этой бочкой. Всегда, пожалуйста, здоровяк, не зря старались. Мистер О'Хара, а что там с тем виски? Ах, да, да. Мы тут все заслужили по стакану лучшего виски. Джентльмены, прошу за мной. Что за... Дядя? Что с ним? Тихо. Старый дурак. Дядя. Мы им показали. Да. Не оставляй меня. Не глупи. Это не твоя вина. Тебе ясно, Кейти? Это...